Всем привет, друзья! Ну что, на моем столе Galaxy A52. Лежит он у меня уже примерно 2 недели, все никак не могу распаковать. А все по той причине, что, как-то знаете, я уже распаковывал Galaxy A32, у меня есть на канале, и я в нем разочаровался. Вот та самая коробочка с Galaxy A32. Короче, я возлагаю надежды, что Galaxy A52 мне все-таки понравится. Тем более, скорее всего, конечно же, как и все ему предрекают, 100% это будет хит продаж. И я так в том числе думаю, я не исключение. Потому как прошлая модель Galaxy A51, по-моему, первое место заняла по продажам, по крайней мере, в Российской Федерации. Друзья, если вы хотите посмотреть распаковку и мое личное мнение по поводу этого аппарата, без цензуры, да, переходите на вот этот вот канал, сейчас перед вами название, подпишитесь на него. Обценная лексика будет там присутствовать, так что переходите, не пожалеете. Ну и подпишитесь на канал. Ну еще также, все, что вы увидите на этом столе, естественно, будут ссылки в описании. Переходите, самые лучшие цены, мною проверенные продавцы. Вот здесь вот Redmi Note 10 Pro, хит продаж справа и слева. И Galaxy A52, не знаю, оставлю ссылку в описании или нет. У меня версия синего цвета на 128 гигабайт. В общем-то, в базе здесь 4 гигабайта оперативной памяти. Коробочка на этот раз уже получше, я вам скажу. Да, здесь уже картон, если опять-таки сравнивать с Galaxy A32, то вы там все еще нищеброд, картона добавила. Ладно, давайте перережем вот эти вот, пломбочки, посмотрим, что будет внутри. Я надеюсь, что это будет такой хороший камерафон. Все-таки цена 27 тысяч рублей, знаете, особо не радует. Так, вот у нас аппаратик так вот лежит аккуратненько. В общем-то, здесь оптическая стабилизация, 64 мегапикселя камера. И слушайте, он небольшой, он компактный, обновленный дизайн по сравнению с прошлой моделью. У меня синего цвета, специально такой выбирал. Там три расцветки есть, вот как у меня синий, есть черного цвета, достаточно скучный. Ну и вроде как называется еще лавандовый. Безграничный Super AMOLED экран, у нас частота обновления кадров 90 Гц. 4 камеры у нас. Оптическая стабилизация указана самим же производителем. Аккумулятор 4500 мАч, по-моему, 500 добавили, да? И супербыстрая зарядка на 25 Вт, которой, конечно же, нет в комплекте. Потому что у нас что здесь? У нас лежит здесь 15-ваттная зарядка в комплекте. Что у нас еще тут еще? Провод Type-C, да? Вот обыкновенный провод Type-C, к слову говоря, он коротенький, я даже вижу это по кольцам, уже проверял на Galaxy A32, хотя бы сделали какой-нибудь более-менее длинный провод. За это спасибо. Так, вылазь. Застрял, там хрен достанешь. В комплекте у нас бумажки, там больше кроме бумаги-то ничего нету. Скрепка, То есть вам здесь ни защитной пленки на экране, сейчас ее здесь не будет, да? Ни защитного стекла. Он весь пластиковый. Вы только вдумайтесь, за 27 тысяч рублей вы покупаете полностью пластиковый смартфон. Подают дурной пример остальным производителям. Сейчас китайцы такие посмотрят, думают, а мы что, идиоты что ли? Так, слушайте, он симпатичный. Я отрицать не буду, что он мне чисто визуально, то, как он сделан, нарисован и реализован, мне нравится. Давайте-ка вот эту вот фигню отклею. Мне нравится. Да, он компактный сразу по размерам. Цвета примерно схожи, да. Вот действительно голубой цвет, правда, градиент. И вот такой темно-синий. Не совсем темно, но матовый цвет, да. Смотрите, насколько Samsung компактный. Здесь, кстати, они молодцы. Смотрите, как смотрится вместе. Вот по размерам, да. По высоте, естественно, Redmi повыше. По ширине он чуть-чуть пошире. Какая разница, пластик здесь или картон? Нацепили чехол сверху, да и нормально. Чехол пластиковый, любых цветов. Какая вам разница? Так мне большая разница. Я заплатил 27 тысяч рублей, хочу получить здесь стекло. Друзья, где те смартфоны? Буквально 2 года тому назад были стеклянные, были металлические. Сейчас все полное удешевление. Они по краям приклеили защитную пленку по всему периметру. Но на переднюю панель они не удосужили. К сожалению, пленки здесь нет. Мне очень нравится то, что здесь расположение 3,5 мини-джек снизу расположено. Это они хорошо сделали, молодцы, красавцы. У нас здесь стереозвук, на минуточку. Лоточек у нас сверху расположен. Далее у нас
плюс-минус громкость по правому боку и кнопка включения-выключения. Я так понимаю, что сканер отпечатка пальца встроен у нас непосредственно под дисплеем. И это меня, скорее всего, не порадует. Сейчас мы его проверим. Ну, а также сверху у нас отверстие шумоподавления. В принципе, вот так мы выглядим. Симпатично, красиво. Обновленный дизайн. Но знаете что? Это попахивает именно конкретно яблочной продукции. Если я вот так вот закрою рукой, примерно вот так вот, то вы узнаете нотки такие от айфона. Ну, думаю, с внешним видом мы разобрались. Давайте запускать. Здесь также, что немаловажно, добавили защиту от воды IP67. Это большой плюс. Ему также есть функция NFC оплаты бесконтактная. Это также есть. Ну, я, конечно, возлагаю надежды на Super AMOLED все-таки за эти деньги. Есть полноценный Always On Display от компании Samsung. Это огромный плюс. В общем-то, аппарат на самом деле очень интересен. И если вы не хотите покупать Redmi Note 10 Pro где-нибудь из Китая заказывать, то аппарат, в принципе, по крайней мере на бумаге, очень зачетный. Я возлагаю огромные надежды на его камеру. По поводу рамок, рамки мне нравятся. Немножко широковато вверху. Так, в принципе, очень даже неплохо. Нижний отступ маленький. Я бы сказал, я прям не ожидал. Хорошо. Здесь установлен у нас процессор от компании Snapdragon, конкретно 720G. Это неплохой процессор, но он все-таки уже устаревший. Друзья, он уже более года на рынке. Все равно это лучше, чем Exynos, естественно, но похвалить я за это не могу. Итак, аппарат загружен. Сразу по поводу дисплея. Я еще, правда, не ковырялся в настройках, но дисплей мне опять-таки не впечатляет. Ну, совсем. По яркости, естественно, надо проверять, но по цветопередаче, смотрите, он пока еще все подтормаживает. Но это первое включение. Не буду ему тут особо ничего такого вменять. Да, вот видите, идет. Еще завершаются настроечки. Всего 4 гигабайта, друзья. Всего 4 гигабайта. Это очень мало. Плохо будет держать, конечно же, запущенные приложения. Даже в Redmi Note 10 Pro по умолчанию уже 6 стоит. Только 6 минималки. Это адаптивная яркость убираем. Естественно, тут огромные проблемы с шимом будут. И сейчас вы его видите, потому как я, когда записывал про Galaxy A32 свое видео, я это не замечал сначала, потому что не обращал внимания. Главный мой акцент был на видеозаписи. Так вот, я пересмотрел свое видео, просто офигел от этого шима. На Redmi Note 10 Pro, допустим, такого нет вообще. Адаптивную яркость я выключил, яркость на полную. Ну, знаете, он не яркий. Плавность движения высокая стоит, то есть уже по умолчанию 90 Гц. Окей, хорошо. Режим насыщенные цвета, это насыщенные цвета, вы серьезно? Пока яркость меня не радует. Сразу хочу отметить то, что олеофобное покрытие здесь не очень. Вот прям вообще не очень, на троечку из 5, да. Ну и проверяем сканер отпечатка пальца, который расположен, к слову говоря, на передней панели. Так, я его зарегистрировал. Ну и давайте проверять. Потому как на Galaxy A32 был просто отвратительный сканер. На Redmi Note 10 Pro расположен сбоку, работает просто моментально. Давайте вот для сравнения сразу, Redmi Note 10 Pro. Прикладываю палец, готово. Еще раз, готово. Еще раз, готово. Еще раз, ну, видите, да? Теперь Samsung. Прикладываем вот так. Ну, кстати, неплохо пока. Прикладываем вот так. Медленно. Еще раз прикладываем. Медленно. Ну, к слову говоря, вроде получше, чем A32, но крайне медленно. Берем YouTube. Выносим его сюда. Запускаем. А что за вылет? Samsung. Смотрите, что он вытворяет. Что за хрень? Samsung. Это как такое возможно? Ну ладно, еще раз. Смотрите. Блин, что за хрень? Ну, наконец-то. Ну, давайте вот допустим. Так, а громкость? Ген, быстрее, тут вода из ванны бежит. Да ну нафиг. Так, а что, это все? И это все? Вся громкость? Стерео, но если сравнить с Redmi Note 10 Pro и уж тем более Poco X3, он гораздо хуже, я вам точно говорю. Но звук хороший, звук ничего такой. Немножко громкости мне пока не хватает. Давайте поищу какую-нибудь другую композицию, возможно, мне не повезло. Итак, друзья, вы готовы к батлу? С правой стороны Redmi Note 10 Pro, с левой Galaxy A52. Теперь смотрите, касаемо яркости. И там одинаковая яркость. Как тут? Ну вот, пожалуйста, одинаковая яркость, насыщенные цвета. Далее, здесь также яркость на всю. Ну и посмотрите на картинку. Где более сочная, где более яркая картинка? Как вы думаете? Galaxy A52. Теперь Redmi Note 10 Pro. Так, а громкость я не показал, да? Громкость не показал. Громкость здесь на всю.
И здесь громкость на все. Samsung. Теперь еще раз Redmi. Ну, хочу сказать то, что лично по моему мнению, вот все-таки более лучший звук на Redmi. Здесь стерео получше и чуть-чуть он погромче. Я не знаю на видео, как там получится, но все же. Пробуем еще разок. Samsung Galaxy A52. Redmi. Ну, однозначно, более глубокий звук, более басистый, чем Samsung Galaxy A52. Но дисплей хороший, базара нет, в принципе. Опять-таки, по ценам, мне кажется, Samsung, конечно же, будет дороже стоить, хотя сейчас Redmi также подорожал. Но если его брать там, где я брал, по ссылкам в описании, приходите, смотрите, это распродажа и все такое, смотрите. Ну, блин, я брал по хорошей цене Redmi, что один, что второй. Просто лучше цены не найти, то в принципе. И поэтому я считаю, что Samsung, да, очень хорош. Сейчас мы посмотрим на его камеру. Но все-таки пока что Redmi лучше. Но есть камера. Я думаю, камера будет, конечно же, поинтереснее на Samsung, потому как здесь есть оптическая стабилизация. Ладно, запускаем камеру, смотрим, что она может нам предложить. Я еще туда не лазил. Заодно посмотрим. Видеозапись. Еще. Что у нас по... Так, по еще. Есть Pro режим, есть панорама. Есть ночной режим, также очень неплохо. Профессиональное видео можете под себя подстроить. Ну и портретный режим, естественно. Сверхзамедленная, замедленная съемка, гиперлакс. Ну, в общем-то, полный набор. Давайте поменяем на HD. Нет, не на HD. А где 60 кадров? Может быть, надо обновить смартфон? А что, Full HD 60 кадров нет, друзья? Что опять за хрень? Где Full HD 60 кадров? Где? Так, ну, блин, очень неплохо, смотрю, камера сразу. У нас вот так вот выглядит ширик. У нас есть, ну, обычный модуль, да, стоковый, и двукратное приближение. Пробуем на обычный сейчас сфотографировать текст, допустим, вот так вот щелкнем. Автофокус, кстати говоря, срабатывает просто моментально. Камера хороша, походу, да. Слушайте, ну, камера шикарная, да, камера хорошая, она не уступает... Ни в коем случае не уступает Redmi Note 10 Pro. Более того, здесь же есть оптическая стабилизация. Вопрос лишь в том, что у нас с программным обеспечением. То есть, блин, ну Full HD 30 кадров, это что такое? Я опять что-то недопонимаю. Что за хрень, Samsung? Вы что, охренели, что ли? Идем, короче, в настройки. У меня же жопа подгорает, ей-богу. Так, а как тут обновление ПО и загрузка? Загрузка, установка. Смотрим. Проверка наличия обновлений. Обновлю, посмотрю, появится ли здесь 60 кадров Full HD. Давайте подводить итоги по этому аппарату, ну, пока он будет загружаться. Так, плюсы и минусы его. Начнем с минусов и уже закончим плюсами. Ну, минусы. Лично для меня нельзя расширить память, первое. Второе, мало оперативной памяти, то есть 4 гигабайта, ну, это, я считаю, уже мало. То, что, ну, меня не порадовал лично звук. Он мог бы быть погромче за эти деньги. Далее, тормознутый сканер отпечатка пальца, это как по мне. Еще, дисплей сильный шим. И в ночное время суток, когда вот я вот, допустим, видосы люблю посмотреть перед сном, будет крайне некомфортно. Это огромный минус. На Redmi Note 10 Pro такого, допустим, нет. Комплектация. Нет ни защитной пленки, нет ни защитного чехла. Кстати говоря, в Galaxy A51, по-моему, даже шли наушники вам в подарок. Ну, как подарок, в комплекте. Здесь-то этого уже вообще нет. Более того, еще 15-ваттная медленная зарядка. Комплект, я считаю, это огромный минус, хотя он поддерживает 25 ватт, и они зажилили, не положили, это также его минус. Ну и, пожалуй, наверное, все. А, ну и, конечно же, его основной минус – это стоимость. Стоимость 27 тысяч рублей за этот аппарат, я считаю, слишком завышена. Теперь пройдемся по плюсам. Хороший Super AMOLED дисплей, который имеет на своем борту Always On Display, да? То есть у нас можете туда календарь выводить, там будут уведомления приходить, это большой плюс. Ну, как по мне. Хоть и уступает, конечно же, Redmi Note 10 Pro, а тот стоит еще дешевле. Потом, что еще хотелось бы отметить? Конечно же, хорошую камеру. Конечно же, еще. Если сейчас прилетело обновление, то, которое я так ждал, а именно, я хочу поставить сюда Full HD, стоп. Это же у меня фотография. Видеозапись, давайте посмотрим. Есть такие, ну, слава богу. Но... Отличная, хорошая камера. Все-таки хорошая. Блин, теперь могу только похвалить. Красавцы. Великолепные камеры. Более того, и фронталочка здесь очень даже хороша. Я уже проверял.
это его плюс. Естественно, NFC есть, к тому же здесь, что мне особенно нравится, это наличие 3,5 мини-джек, что он расположен снизу, то есть вот так вы пользуетесь, да, у вас снизу проводок. Если опять-таки сравнивать с тем же самым Redmi Note 10 Pro, оно вот так вот будет болтаться, друзья, вот это вот, конечно, мрак полный. IP, конечно, 67, влагозащита, это его плюс. Блин, да и звук, в принципе, нормальный. Да все на нем нормально, кроме его стоимости. Все, вот 20-ку бы, базара нет. Ну, еще к минусам я еще не сказал, наверное, да. Как минус, так и плюс. Плюс это его дизайн, в принципе, свежий, интересный. Но минус то, что он весь пластиковый, и с пластика. Это в этом смысле они просто, конечно, очень нехорошо поступили, как вам и мне. И просто... очень-очень плохой пример другим производителям. Друзья, пишите, что вы думаете по этому поводу, по этому аппарату. Нравится он вам, не нравится? Что бы выбрал бы я, Redmi Note 10 Pro или Samsung Galaxy A52? Redmi Note 10 Pro.